актуальность мужских групп сейчас, она как никогда высокая. Женщины в этом смысле, они намного опережают мужчин, они активно ходят к психологу, они активно общаются с подругой, они активно переживают свои эмоции, они осознают, что если они не будут общаться, они самостоятельно не вывезут свои психоэмоциональные состояния. Для женщин это более критично, потому что на уровне психики они гораздо сильнее мужчин. Именно поэтому эмоционально и психически задавить мужчину гораздо проще. Но очень часто мужчина думает о себе: я сильный, я мужик, я совсем справлюсь. Поэтому же он думает: нет, как я пойду к психологу, что я там буду, там, рыдать ему в плечо или что делать. Нет, вот у меня есть друзья, там какие-то коллеги, и вот я с ними все обсужу. И в принципе это выход. Хорошо, что такие друзья есть, но, к сожалению, не всегда у наших друзей хватает мудрости, хватает жизненного опыта. Далеко не всегда у них есть правильное психологическое образование для того, чтобы увидеть в собеседнике, ну, сложные психические процессы и вовремя подсказать и помочь. Мужчины, которые занимаются каким-то духовным развитием, пытаются ходить на какие-то группы, они явно ощущают, что в группе доминируют женщины чаще всего. И когда мужчина там появляется, на него несется эта нагрузка. На группе можно очень часто услышать: так, а давайте мы спросим мнение мужчины. И так далее. То есть мужчина несет груз мужчины. И в этом смысле он может меньше воспринимать себя, ну, просто как человек. Как некое бесполое существо, просто наблюдающее мир. Когда же мужчина попадает в круг только мужчин, там он в большей степени может быть свободным. Вокруг него точно такие же существа, которые испытывают те же самые проблемы в общении с женщинами, позиционировании себя в социуме и так далее. И в этом кругу мы можем общаться гораздо более открыто. И так как в этом кругу гораздо больше людей не из вашего привычного круга, где не ваши друзья дают вам советы, а мужчины вообще разных социальных статусов, очень часто из совсем другого окружения. И именно эти взгляды со стороны, они могут очень сильно изменить твое мировоззрение и просто кардинально поменять твою жизнь. Ведь в жизни мужчины все определяют его мысли, все определяет его мышление, как он относится к этому миру, какую картинку мира он видит. И подкорректировать свое мировоззрение, подискутировать, поспорить с другими мужчинами можно только вот в подобных мужских кругах. Такие встречи в режиме онлайн я провожу каждый понедельник, и пока что эти встречи абсолютно бесплатны. Поэтому приходи в 21:00 по Москве в телеграм-канале. Ссылочка в описании.